я писал такое. Загрустила грусть моя по штормам. Говорит, давай пойдем в Рейкьявик. Я в ответ ей, может, все ж подавал. А она в ответ мне, это селяки. Говорит, хочу, чтоб было на ИСУ. Там с исландцами мы, ох, почудим. Я в ответ его, не селяки на ИСУ. Может, вместе с ним и здесь почудим. А волна 4 была 5, 6, 7. Укачала, задолбала, блин, совсем. Я и носом, и кормою бьет и бьет. Я пакетчу свой помою. И вперед. Я лежу и вспоминаю про мать. Рядом грусть смотреть желает меня. Говорит, что шлюпка с номером 5 ждет меня с сухим пайком на 3 дня. Я в ответ ей достаю спас-жилет, надеваю, как учил капитан. Хоть нужды пока в жилете и нет, а все ж спокойней плыть по этим местам. А волна 4 балла, 5, 6, 7 укачала, задолбала быть совсем. Я и носом, и кормою бьет и бьет. Сейчас пакетик свой помою. Грусть моя, чё-то там про борьбу, мол, чё-то ты, приятель, раскис. Я в ответ ей, ща как дам тебе по лбу, и давай вали сама в свою мису. В муссалон пойду и лягу там спать, и приснится близкий берег реки. Ах ты, шлюпочка моя, номер 5. Пакетик мой.